Так, ребята, здрасте! Всех приветствую, с вами канал 24. Ну что, сегодня мы посмотрим автобусы, которые называются Темса Сафир. И плюс, конечно, у них идет с прицепом. Прицеп, который тоже. Весит мод, скажу, ребят, немало. Почти 1,3 гига. Скачивается, в принципе, в целом. У меня скачалось он там за минуты 3, наверное. Вот, и, соответственно, конечно, очень интересно посмотреть его. Чем они отличаются? Я так понял, что 2020, 2023, 2019. Ну, не знаю, но очень интересно, скажу, на самом деле. Автобусы и по... Выглядят они очень топенько, очень классненько. И, соответственно, конечно, по текстурам вопросов нет. По детализации тоже. Одна кабина по шасси, у нас несколько шасси, но это у нас типа должны были какие-то скины быть, наверное, или что это. По двигателям здесь 410-435, трансмиссия 6, ретардер, либо 12. Дальше, по интерьеру, здесь у нас два интерьера. Немножко есть, немножко, так сказать, немножко просаживается FPS, немножко. Ну, в целом, может быть, и заменю. Ну, детализация, она прям реально топовая. Вопросов ноль. Все надо, вот именно такие примеры должны быть по, и что по легковым автомобилям, что по, так сказать, по грузовым. Потому что детализация, она, в принципе, мне очень офигенно нравится. Здесь у нас можно выбрать либо механику, либо... Ну да, механику, либо автомат. Тут опечаточка автоматик. Автоматик, наверное, скорее всего. Что касается по покраске, на цвет и вкус, как говорится, вот они эти, которые у нас почему-то скины не... А, есть, вот. Скины есть у нас, пожалуйста, на цвет и вкус, как говорится, их тут до хера. То есть выбрать их любой можем, какой хотим. Либо обычно польский цвет. Какое-то совершенство новое, имейте в виде, даже по самим этим... На самом деле, до хера всего можно выбрать. Очень много. Затемненность, пожалуйста. И это в основном все внутри. Вот это прям реально до фига. Даже можно себе выбрать... А что это, номер? Я так понял, что номерной знак. Пусть, допустим. Да, номерной знак даже можно себе выбрать. Любой какой, как говорится, как хотим. Так, тут у нас что? Сами окантовочки. Ребят, где-то если вдруг просру... Не обессудьте, потому что реально да хера много всего хочется показать. Почему? Очень много всего. То есть здесь, конечно, до хера всего. И, во-первых, еще раз повторюсь. Блин, выбрать можно. Реально, даже у меня слов нету. Климат-контроль, а все это выбирается, пожалуйста, без всяких проблем. Не, для меня это... Блин, сзади еще, ёпарас это. Короче, давайте так сделаем. Дофига всего, дофига. Руль меняется, да. Нет, у нас сама вот тут именно кантовка меняется руля. И плюс наклейка еще внутри, ё-моё. GPS-ик есть? Это наклейки. Какие-то наклейки. GPS-ик. GPS-ик вон. Окей, хорошо, что тут? Сама здесь меняется, да? То есть, я понял. Здесь вот здесь кантовочка меняется. Пассажиров ничего, Темса только и все. Пассажиров, к сожалению, посадить мы не можем, да? Ну, скины, ну, сами эти, я понял. Ага, окей, ладно. Ага, окей, ладно. Окей, принимаем, посмотрим, очень интересно. Поэтому модик может быть очень длинным. Обязательно посмотрите его. Слушайте. Ну, вопросов ноль, отвечаю просто. Вы подумаете, что я про этот микрофон? Нет, этот микрофон у нас не работает, я разговариваю через другую, кое-что другое. Через другой микрофон. Какой? Возможно, узнаете потом. Узнаете потом, ребята, я обязательно... Подожди. Обязательно я сниму обзор. Что финал у нас работает. Угу.
И звук офигенный. Поворотники. Да, работает, работает, вижу. Так, есть бортовой компьютер. Работает, хорошо. Так. А это что у нас? А, у нас это... Я понял. Работает у нас. Хорошо. Камера, конечно, но это самая топовая камера. В плане того, что для автобуса. Вопросов ноль. Так, дворники у нас. Звук даже дворников. Звуковой сигнал. Да, модик, конечно, офигенный. Модик офигенный. Он офигенный просто. Офигенный модик, ребят, я даже нечего сказать. Серьезно. Блин, вообще просто топчик. Блин, покататься однозначно стоит. Он, конечно, гиг 27 весит, ребят, но это ради этого стоит подождать. Серьезно. Выбрать какой-нибудь себе хороший марш... Выбрать себе какой-нибудь... Этот, господи, пассажирский мод хороший, в принципе, есть. Ай-яй-яй-яй. Пассажирский мод, и будет вообще офигенно. Блин, офигенный мод. То есть вопросов ноль. Слушайте. Да тут вообще вопросов ноль. Что касается насчет другого мода, то есть другого. Очень непонятно, в чем отличие между этим и этим. Я думаю, что должно какое-то быть все равно отличие внутри. А-а-а, вот оно что. Внутри у нас получается, скорее всего, все то же самое. Да, внутри все те же самые, как говорится, все то же самое, только за исключением чего? За исключением самих электронной панели. Слушай, ну давайте посмотрим. На самом деле очень интересно насчет электронной панели посмотреть. Мы, в принципе, все оставим как есть, чисто только просто электронную панель, потому что, на самом деле, очень интересно. Я в афиге, если честно, от этого мода, в плане того, что в хорошем смысле в афиге. Я просто даже не знаю, что и сказать. Да. Только не говори тут, да, все. Реально в афиге. В афиге просто жесть. Естественно, конечно, мы сразу прицеп... давайте мы и прицеп. Ребят, я говорю сразу, возможно, модик такой очень длинненький будет, потому что, да, у меня, в принципе, все моды не бывают короткими, но за исключением. Так, что по самому этому? Намного качественнее, чем простые одиночные, ну, так простые прицепы идут, которые под легковые. Здесь намного качественный прицеп. Тип сцепки, понятное дело, одиночный, тут у нас кузов тент, я так понял, что типа здесь у нас шасси, я, кстати, не знаю, как это правильно называется, но ладно, и, соответственно, конечно, есть скину такой, и либо цвет может, и, в принципе, здесь также можно все это выбрать, да, применить, А24, ну только почему-то не применяется, ладно, короче, Склифосовский. Я скажу, что офигенно. Серьезно. Модик офигенный и даже не офигенно, а охрененный. Однозначно скачивайте. Это 100% скачивайте. И почему бы и нет. Все есть. Вот то, что я всегда говорил. Все есть. Ну, может быть, докопаться прям сверхъестественно нету. Ну, вообще просто кайф. Детский ты богомыш. А тут звуковых таких поворотников нету. Стоп, сигнал. Работает. Свет есть. Ну, в принципе, здесь все то же самое там есть. А, ну, в принципе, все то же самое работает. Ну-ка, да, все. Хорошо, давайте мы возьмем все-таки прицеп. Так ты его не взяли. На самом деле очень интересно. Потому что автобус с прицепом я никогда не видел. Просто серьезно. Я никогда просто не видел. Вот.
Да, пожалуйста, все работает у нас. А можно ли брать какие-то биржи грузов с пассажирами, допустим? В целом можно, но на автобусе как-то, я не знаю. Ну, реализовано прикольно. Реализовано прикольно. Короче, вопросов ноль. Серьезно. Мне лично, для меня вопросов ноль. Я убедился, что это мод охрененный. Лично для меня это охрененный. Покататься стоит это 100%. 100% покататься это 100%. Блин, у меня крутится, видите? Педаль. О, педали. Руль. Потому что там, узнайте потом, отдельную... Да ё-моё, что такое? Отдельную серию сделаю. Отдельную серию сделаю, почему у меня так руль. Вы не подумайте, что он там не сломан. Не-не-не-не. Там просто кое-что не хватает. Вы узнаете потом уже. Я отдельную серию сделаю для этого. Слушайте, ну офигенно просто, серьезно. Советую 100% на таком красавце покататься. 100% советую. Это однозначно. С вами канал 24. Всех ублюдцу. Увидимся на видосах и стримах. Завтра стрим будет. Однозначно во что, возможно ли, мы поедем в Америку. А, потому что Америки трак-симулятора не было. Давненько не было. И хочу, конечно, однозначно прокатиться на Америке трак-симуляторе 2. Не под 1.48, скорее всего под 1.47. Потому что я еще не обновлялся под бетку 1.48. Не стал пока. Я лучше подожду потом полноценно. Так вот, завтра будет стрим, однозначно всех буду завтра ждать, это 100%. Сегодня будут еще обзоры, постараюсь сделать обзоры, кроме него и так далее. Короче, все будет. Сегодня будет, постараюсь еще пару обзоров сделать, и завтра стрим однозначно будет. Всех люблю, увидимся на видосах и стримах. Пока!